Друзья, всем привет, с вами канал «На страхе». Новое видео. Нахожусь в Тверской области. Приехал такой, наверное, баянный санаторий, но он нереально крутой. Он нереально огромных масштабов и настолько жуткий, блин. Я уверен, что получится действительно что-то стоящее. Посмотрим атмосферу. Знаете, единственное, что вот я тут парканулся, и вот это стоит машина. За территорией. Я предполагаю, что вот здесь где-то будка охраны, наверное, находится. Надо подумать, конечно, как его обойти или вообще что делать, я не знаю. Ну, попробуем пойти, остановит. Нет. Так что давайте, собрались и выдвигаемся. Будет интересно, будет стрёмно, будет опасно. Заранее попрошу, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, напишите несколько комментариев. Ссылка есть в описании на мой инстаграм, на мой ВК. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на инстаграмчик. Также можете канал поддержать рублем, точнее номер карты есть в описании. Но мы начинаем. Длинный полуостров, омываемый с трех сторон волжской водой. Сосновый лес, чистейший воздух. Вблизи небольшой и тихий город Калязин. Отсутствие трасс, заводов и фабрик – поистине идеальное место для отдыха и оздоровления. Казалось бы, что еще нужно? Но этому санаторию так и не суждено было принять первых гостей. К санаторию ведет единственная дорога, проложенная через мост. Подобных санаториев всего два, второй находится где-то на Черном море. Санаторий строился Министерством обороны и был построен к концу 80-х, началу 90-х годов. Внутри был сделан интерьер и завезена мебель. В эксплуатацию сдать не смогли из-за недостатка финансирования. В 2004 году на восстановление санатория были выделены деньги. Найден инвестор и завезена строительная техника с рабочими на территорию. С того времени здание и территория пустуют, а оставшийся мрамор со стен постепенно разворовывается. В 2011 году планировалось организовать в пустующем здании санаторий апарт-отель, но до дела так и не дошли. Как я вам и сказал, вот здесь вот горит свет. Так, быстренько проходим и уходим. Так, нам куда-то прямо, кстати, смотрите, как тут протоптана дорога. Это просто нереально. То есть этот санаторий находится на полуострове. И, блин. Рядом город Калязин. Калязин, не знаю, как правильно, поправьте меня. Наверное, пришло время включать прожектор. На улице минус 20 градусов и вроде бы как обещали сегодня до минус 30 довести. Не знаю. Какая-то постройка. Жутковато уже, если честно. Ладно, включим прожектор. Секундочку. Чтобы было видно получше. Секунду. Так, а я надеюсь, что вам хоть что-то видно теперь. И да, блин, проблема в том, что я плохо зарядил одну камеру как раз, то есть, если что, вы вдруг перестанете меня видеть, не пугайтесь. Так, я что-то вижу. Угу. Вот он.
к сожалению, вам пока не видно его. А я уже его вижу. Здание аварийное, но очень красивое. Такое эхо, просто жесть. White power. О, нет. Судя по всему, тут обычно обитает молодежь, вот это вот неформально. Так, куда мы с вами движемся? Я думаю, что охранник сам побоится сюда идти, если он один. Да, рушится. Что за лабиринты? Ой-ой-ой, как повеяло холодом. Нужно быть по-настоящему аккуратным. Сюда тоже кто-то заходит. Так. Идемте по этажам. Очень холодно. Уши я не закрываю, опять же, для того, чтобы слышать на всякий случай. Секунду. Пусть будет вот так. Я не понимаю, это эхо или кто-то в здании есть.
Ай-яй-яй-яй. Тут такой пронизывающий ветер. Это нереально холодно. Смотрите, плитка. Плитка на полу. Настя. Как будто кто-то из здания смотрит. Ой-ой-ой-ой-ой. Рисунки пугают. Вполне себе реально нарваться на какие-то проблемы. Вполне. Дальше этажи. Вот она и шахта лифта. Ай, как холодно. Ну-ка. Да, и вот в такие моменты начинаешь думать, что будет, если упадешь, или тебе на голову что упадет, что тогда, потеряешь сознание, меня же здесь никто не найдет. Интересно, это все рухнуло? Очень много разных каких-то рисунков таких. Собака залаяла. Вот, знаете, такое чувство, будто тут должна была быть сцена такая. И, к сожалению, а может быть, она и была. Чуть-чуть поярче сделаем. По ходу дела вот эта вот часть, да, вся горела. Что значит мыр? Везде мыр, мыр. Смотрите. Убивай, это норма. Такие надписи очень даже пугают.
костры жгли. Я забыл нож вытащить. Надо было на всякий случай взять нож. Опять здесь все горело. Да. Жестковато. Попробуем еще этаж повыше. Ай, как чудится. Высоко. Ой-ой-ой. Холод, холод. Как веет холодом жестко. Вот лестница выше. Лестница ведет повыше. Знаете, может быть, я путаю что-то. Опасная лестница. Похоже на недострой вообще. Похоже, да. Все-таки на недострой. Что-то жестко шумит. Что так шумит? Да, и по ходу дела здесь было много смертей. Люди разбивались, падали и так далее. Случаев много, я уверен. Это такое место, как... ХЗБ. А здесь даже черновая работа. Вы бы знали, как это стрёмно и холодно. И тут реально заблудиться. Соберись, соберись. Это что такое, а? Что это может быть? Пишите в комментариях ваше мнение. Меняю руки, чтобы хоть чуть-чуть они
грелись об фонарик. И по ходу дела я нахожусь уже на четвертом этаже. Да, я уже достаточно высоко. Просто начинаешь мерзнуть, еще и холодно, еще и страшно. Странно. Спустимся на этаж пониже. Нужно здесь уже дестрой такой. Давайте дальше двигаться. Не будем стоять на месте, иначе замерзнем. Честно, вот сюда я не хочу идти. Тут просто, блин, какие-то развалины. Ничего интересного. Я уверен, что это место, когда немножко тепло, просто кишит всякими наркоманами. Ну да, я, наверное, все-таки прав насчет охраны. Охрана сюда ночью не пойдет. Это я больной пошел. Охрана не пойдет. Это здание, походу, эта часть, походу, дела тоже горела. Вообще там есть, наверное, еще этажей 5 вверх. Честно сказать, я не фанат высоты, поэтому... Ой, здесь что-то становится холоднее. Следы чьи-то. Теперь надо подумать, как отсюда аккуратно выйти.
Вокруг лес. Трава. Что? С ума сойти. Вы представляете, это все рисуется, видимо, под наркотиками у них. Я не знаю. Мне так кажется, просто так с чувством. С чувством все это так нарисовано, что меня не отпускает мысль, что сюда могут прийти такие люди, поэтому я говорю шепотом, потому что я бы не хотел на них попасть, вот реально не хотел бы. Просто это опасно, это непредсказуемо. Почему? Нет, красиво нарисовано, ничего не могу сказать. Но у меня от холода мозги просто вянут. Фух, мороз нереальный. А и что делать? О да, это опасно. Все обваливается. С днем рождения. Кореша правят миром. Это опять шахта. Шахта. Лестница. По этой лестнице мы поднимались. Так. Вообще, по ходу дела, все-таки это здание просуществовало. Даже сюда ведут следы. Жалко, что вам не видно, но это так. То есть они со всех сторон сюда заходят, со всех. Ага, это выход, а это куда ведет? Еще остались эти для лампочек. Походу дела туалет был. Вон алкоголь валяется. Так. Они потихоньку, видимо. О, нет. Тут полный дестрой. Я сюда не пойду. Это небезопасно. Пожалуйста. Вот лестница. Вот еще один выход. И сюда тоже ведут следы. Только совсем с другой стороны. То есть, вы понимаете, получается, с каждой стороны к зданию через лес ведут следы, но просто как они проходят, потому что этот санаторий реально находится на полуострове. Единственный вариант сюда попасть — это пройти через мост и через КПП, как я, получается, проходил. Но так как сейчас холодно, скорее всего, можно просто по речке пройти и все. Я уверен, что здесь бесконечное количество закладок разных и так далее, так далее.
Даже здесь они умудрились замутить костер. Это жуткое место. Реально жуткое. Еще один вход, пожалуйста. Меня уже просто в дрожь бросает, потому что, ну, очень холодно на улице. Извините, что я постоянно вам об этом напоминаю. Но просто я хочу, чтобы вы понимали, в каких условиях мне приходится снимать. И да, я вышел уже совсем с другой стороны. Я уверен, что я вам предоставлю видео с квадрокоптера. Так что... О, вот там вот. Вот там вот я увидел свет сейчас в лесу. Я думаю, что это, скорее всего, свет от охраны. Интересно, откуда я пришел? Отсюда или нет? Нет, наверное, дальше. Ага. Я пришел, получается, чуть дальше. Блин, ну как вам показать-то все масштаб? А, я понял, это от здания эхо очень сильно идет. Ну блин, посмотрите, какой вход. Просто, я не знаю, очень плохо видно, потому что техника замерзает прям моментально. Ну это просто как, я не знаю, как что-то из Египта такое. Такая арка сумасшедшая. И хорошо, что я выбрался вроде бы отсюда пока целый. Так, мы выходим на дорогу. И сейчас пойдем. Мне кажется, что мы встретимся с охраной. Все, уже рот замерзает, друзья, от холода. Да, там горит свет. Я вижу. Но это, наверное, все-таки охрана. Поэтому ничего страшного в этом вообще нет. Так. Друзья, что я вам хочу сказать. На самом деле, это место, оно правда опасное. Помимо того, что можно провалиться, ну, вроде как я не дурачок, я не должен на такое попасться. Обвалы, все что угодно может произойти. Но самое страшное, это реально наличие огромного количества людей, которые поведут себя вообще непонятно как. То есть, увидев мою технику, они, скорее всего, захотят ее отобрать. Я, само собой, захочу эту технику оставить себе, поэтому может начаться конфликт. Вот. Там машина стоит, как я вижу, и горит свет. Но это не моя машина. Друзья, у меня вот недавно был день рождения. Так, ну да, стоит машина. Но так как за мной никто не пошел, то все нормально. Так, камера выключилась, вы услышали. Расскажу еще раз. У меня был день рождения, друзья, не так давно, и я хочу всем своим ребятам сказать огромное спасибо за то, что вы мне подарили возможность снимать еще более крутые видео, еще более атмосферные. И объясню почему. Потому что мне подарили нереально крутой квадрокоптер. В первую очередь скажу спасибо своей жене, потому что она организатор этого всего. И да, блин, это очень сильно поможет, друзья, поможет развитию канала, потому что теперь у меня есть очень крутой квадрокоптер. Так что я хочу от вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, напишите несколько комментариев, распространяйте это видео. Можете поддержать канал рублем, ссылка есть на карту в описании. Я есть в ВК, в Инстаграме.
Всем пока, до нового видео.